Пять человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета на юге Бельгии. В аэропорту города Шарлеруа разбилась частная пассажирская «Сесна». Как сообщил представитель аэропорта, пилот сообщил о неполадках на борту сразу после взлета. Он попытался вернуть машину, но совсем немного не дотянул до посадочной полосы. В самолете находились двое взрослых и трое детей. Все они погибли. Тела обнаружены, но имена жертв пока не называют. Спасатели продолжают разбирать обломки «Сесны» в поисках черных ящиков. Аэропорт Шарлеруа сейчас закрыт, работу обещают возобновить через несколько часов.